«По зову журавлей» акция под таким названием прошла в Гунипском районе. Жители селения Бацада собрали сосновые шишки, семена которых пойдут на посадку парка «Дружбы». Парк будет разбит на горе Вацилу Лакского района. Здесь также будут высажены саженцы разных пород деревьев. Акция под эгидой МВД проходит с 99-го года. Инициатором является Хаджимурат Зургалов, который планирует привлечь к этому делу людей со всей республики. Посадка деревьев займутся уже в апреле, и посвящена эта акция всем военным, в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны.